За смелость и мужность у ратования детей у Шклове ушановали память могилюшанина, який загинул при ратовании детей, которые тонули на Днепры. Его посмяротно отзначили высшие узнагороды Товариства ратования на водах знаком за заслуги. Особливую подяку выказали и молодым спортсменам юниорской сборной по шорт-треку, которые так само удельничали у ратовании шкловчан. Родители просмотрели детей, упустили их, они оказались у воды. В результате рыбак, который находился на берегу водоема, увидел, что дети требуют помощи, и, задумываясь, бросился спасать их и, к сожалению, погиб. Эта история 2 тижні тому сколыхнула всю Могилевскую область. Ушановать подвиг и поддячить удельникам ратования собрались у Лядовом палаце Шклова. За мужность и смелость знаком за заслуги посмяротно означены 42-годовый жыхар Могилева Игорь Подкоука. Узнагороду передали батькам загинулого. Особную подяку выказали спортсменам, которые допомогли вытягнуть детей из воды. За детей было жалко, они маленькие, не умели плавать, и как бы что-то внутри ёкнуло. Я решил помочь, не задумываясь, прыгнул. Помогли ребятам, спасли их жизнь. Я думаю, по-другому невозможно было поступить, потому что, когда видишь тонущих детей, ну, инстинкт помогает, как бы, и без этого просто нельзя. Разом с тем, Товариство ратования на водах звертается до батьков не гублять пильность и не покидать детей без нагляду. Конечно, надо больше внимания, больше разговоров с ними и предупреждений. Но если на водоем дети приходят, то задача у наших спасателей такая, чтобы они обязательно брали это все под свой контроль, когда дети без родителей. Дарья Сивенько, Кристина Каранкевич, Юра Уласов, Новини региона.